Компания ArcelorMittal Темиртау наградили тех, кто ответственно относится к своей задаче – не допускать на производственных площадках нарушения правил техники безопасности. Лучших участников программы «Опекун». Улучшение техники безопасности и охраны труда – это самый главный аспект производства АО ArcelorMittal Темиртау. Работники трех департаментов, внесшие особый вклад в сферу охраны труда, были отмечены грамотами, которые вручили лично генеральный директор ArcelorMittal СНГ Виджай Гаял и генеральный директор АО ArcelorMittal Темиртау Биджу Наир. Среди награжденных – заместитель начальника участка номер 3 управления спецшахтомонтаж дегазация Константин Тимофеев. На рабочем месте он сумел предотвратить потенциально опасную травму. Работая работником, да, я не видел каких-то, на некоторые вещи не обращал внимания, какие-то сложные ситуации, опасные ситуации. Глаза закрываешь, замыливается глаз, в общем, этот риск ты не видишь. Работая механиком, уже начал видеть все риски, которые, последствия могут быть плачевные. То есть уже начали их предупреждать. И находясь в должности замначальника участка, уже это как вошло в привычку, то есть выдав наряд, пройти, осмотреть рабочие места, чем занимаются работники, правильно ли они выполняют все действия. В ходе мероприятия всем присутствующим были приведены наглядные примеры того, какие действия предпринимаются для улучшения техники безопасности в каждом подразделении, участке или конкретном цехе. Помимо этого, были отмечены предложения сотрудников компании, направленные на улучшение техники безопасности и охраны здоровья в АО ArcelorMittal Темиртау, как в целом, так и по программе «Опекун». Is personally going to look after his area on health and safety. И эта программа опекунства или программа крестных отцов, крестных матерей и есть это личное заявление, личная приверженность, готовность к тому, что мы готовы к изменениям, мы готовы улучшаться. It is very important that health and safety remains a sustainable long-term program, not just momentarily. Because we have had so many accidents. Очень важно, чтобы мероприятия по технике безопасности были постоянными, непрерывными. On health and safety, our target is to have zero incidents and zero fatalities. По вопросам техники безопасности наша цель это ноль травм, ноль смертельных случаев. Zero is the only acceptable target. Ноль – это единственная приемлемая цель. And we must achieve it, and we can achieve it. Мы обязаны ее достигнуть, и мы можем ее достигнуть. Обратился к работникам и Биджу Наир, призывая всех проявлять инициативу и не молчать о своих проблемах. Пробел. As Vijay said, I'm very glad that this program is drawing attention from everybody. Как сказал господин Виджай Гаял, я очень рад, что на эту программу все обращают внимание. And you are the leaders. И вы руководители. Because you are showing good example to others. Вы лидеры, которые показывают хороший пример. So when we are going to publish this, everybody is going to see that yes, there is something going on seriously. Когда мы это опубликуем, люди увидят, что да, серьезная работа ведется в этом. And we'll find more and more people joining the bandwagon. И все больше и больше людей будут запрыгивать в последнюю гонку. So be proud to speak about it today. Поэтому гордитесь тем, что вы можете об этом сегодня говорить. Самое главное, запуская данную программу, Виджай Гаял и Биджу Наир рассчитывали, что реализацией проекта «Опекун» будут заниматься не только сотрудники, которые должны непосредственно курировать вопросы техники безопасности и охраны здоровья в рамках своей деятельности, но и все члены управляющего комитета. Это необходимо для того, чтобы каждый был причастен к улучшению техники безопасности и охраны здоровья на предприятиях компании ArcelorMittal Темиртау, так как это общая цель и общие задачи. Об этом говорили и присутствующие руководители департаментов и подразделений компании. Здоровье, безопасность на рабочем месте зависит от каждого человека. Health and safety at working place depends on each and every person. Все это понимают. Everyone understands. В то же время нельзя сохранить здоровье, если кто-то рядом болеет. But at the same time, you cannot stay healthy if someone next to you is sick. Нельзя быть в безопасности, если кто-то рядом нарушает какие-то правила. You cannot be safe if someone next to you violates some rules. Это коллективная работа. It's a team job. Мы все вместе должны этим заниматься. А коллеги, я прошу вас, сделайте наши рабочие места более безопасными.
and as management said today, as colleagues said today, please make our working places more safe. Сделайте так, чтобы следующая смена пришла и увидела, что здесь можно спокойно работать, комфортно. The next chief who comes to this working place should see that you can come, you can become and work without any. Чтобы она была уверена и желала сделать это также для следующей смены. So that this chief is sure and this chief wants to do the same for the next chief. Не бойтесь подать вовремя сигнал руководству. Do not be afraid to speak up in time. Не бойтесь переступать все ступени, все уровни, если где-то вас не слышат на каком-то уровне. Мы идем в правильном направлении. We are following the right direction. Мы ожидаем от этой программы очень хороших результатов. We expect very good result, good result. Низкий поклон вам всем за огромный вклад. So, thank you for the effort. Берегите себя. Дай Бог нам всем здоровья и безопасной работы. Руководители АО «Арселормиттал Темиртау» еще раз напомнили всем, что безопасность на производстве – это задача каждого человека.